Терштеген. Показывает свое умение Терштеген. Играть головой, вот чем завершается дело. Вальверде ликует, 1-0 в пользу команды из Бильбао. Итак, выбили. Ну, тут Терштеген бежит. Раз головой. И Сан-Хосе дальним ударом с центра поля почти. Ола! И попал-то аккуратненько. В порядке, Сан-Хосе. В полном. 1-0. Подача. Удар поворотом. 2-0. Артис Адурец. Арец Адурец выигрывает воздух и бьет в дальний угол. Это Сабин как раз был. Как он легко обыграл Дани Алвеса. И затем вывереннейший навес. То, что Адурицу надо. Кубка. Играет в финале Суперкубка. Ну, я, честно говоря, не знаю, что на это ответить. Нужно адресовать вопросы в Федерацию футбола Испании. Еще один опасный момент. Удар! Хо-хоу! Ювентус и Севилья рыдают на пару, поскольку Адурец забивает третий мяч в ворота Барселоны. Он делает дубль, а это говорил, что Бильбао редко забивает в финал. Сами себе мяч привезли опять. Сусаэта здорово сыграл. Именно он выполнил передачу. Дальше неразбериха в штрафной. Дальше Адуреца оставили одного. А, еще рикошетом помогли. Алис Гонсалес. Показал желтую карточку. Карточку. Терштегена, Терштегена. Неужто за затяжку времени? Это была шутка, может быть, неудачная. Я на всякий случай. Хитрик. Трёха! Третий мяч забивает Адурец. Пробивает нижний угол ворот Барселоны. Соня, серия, это что вообще? Где я? А Атлетик, в общем, продолжает Барселона, наверное, говорить о том, что продолжает разрывать.